Всем здоров, пацаны и девчонки, с вами Сканер. И сегодня будет противостояние Годы Валькирии и Экскалиуса, Сёрдж Экскалиус. Вот такой бой будет. Классно, классно. Два атакующих Б. Оба мощные, оба хорошие, оба синие. С красным. То есть тут больше красного, тут больше синего, но без разницы. Поехали. Первый бой. Сейчас падаем, ждите. Все, поехали. Сёрдж Экскалибур. Годы Валькирии. Не знаю. Оба атакующие, оба не очень заносят. Поэтому не знаю. Оба могут как бы и проиграть. Но и оба могут выиграть. И побеждает Валькирия, прикинь, 1-0. Это видео не будет долгим, надеюсь. Минут 5 до 3 играем. То есть 3 очка, и я что-нибудь говорю ему, и все, конец. 3, 2, 1. Вперед. Вперед. Не очень охотно атакует. Ну, точнее, он вообще не атакует. Его атакует. Ну, хорошо. Счет становится 2-0. Не может же Экскалибус так просто проиграть? Ну, нет, вы что. Вперед. Вот мощь Экскалибуса. На 2 разобралась Валькирия. На 0 разобрался Экскалибус. 3, 2, 1. Валькирия все-таки побеждает. Счетом 3-1. По-моему. А он и она. Или они сражались достойно. Почему она? Потому что, ну, типа, Валькирия. Ну, обратите внимание на то, что там всадник как бы на этом котел. На лошади. Ну, типа, Валькирия. Ну, вы понимаете. Типа, вы знаете, чё я перед вами тут распинываюсь. Короче, вот такая вот была битва. Коротенькая, да. Ну, а что, собственно говоря, короткая и короткая. Блин, что-то руки трясутся. Вот так вот сделала. Бум. Такая вот была битва. По-моему, они провели себя достойно. Вроде как, не знаю. Может быть и нет. Но Валькирия победила. С хорошим отрывом. 3-1. То есть, это не в случае с, например, Год Валькирии и Край Сатана. Нет. Тут прям оторвалась от него. Почему я решил сделать битву как бы до 3 очков, не как раньше? Потому что... Захотелось мне. Что вы сделаете? Я живу в другом городе. Типа вот так. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Ну, конечно же, по своему желанию. Пишите какой-нибудь комментарий. Напишите, о чем можно следующее видео снять. И я, скорее всего, сниму про это. То есть, пока у меня небольшая аудитория. Поэтому я буду, скорее всего... Если вы мне напишите, то я сделаю видео про это. Поэтому всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.